В Москве на приходе храма в честь торжества православия в районе Алтуфьево прошло торжественное открытие новопостроенного приходского дома, в котором разместится первый викариатский детский сад. Чиносвящение православного образовательного учреждения возглавил управляющий северо-восточным и юго-восточным викариатствами столицы архиепископ Егорьевский Матфей. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой. Светлое помещение, новая мебель, учебные пособия. Православный детский сад в районе Алтуфьево полностью готов к приему детей. Идею его строительства при храме торжества православия поддержал патриарх Кирилл. Садик организован для детей-прихожан, а также для детей, родители которых решат воспитывать их в православной вере и традиции. В ближайшие дни начнется уже регулярное посещение детского сада, появятся первые родители, дети будут посещать богослужения, участвовать в литургической жизни, изучать азы православия, насколько это возможно в их возрасте. И в духе благочестия и чистоты будут возрастать от силы в силу. По мнению куратора программы возведения в столице православных храмов Владимира Рисина, непрерывное образование при храмах позволит компенсировать и преодолеть недостатки существующей системы обучения. Мы построили 100 храмов, комплекс. В каждом храмовом комплексе есть приходская школа. То есть помимо школ всех, которые строит мэр, построено еще и уже 100 школ, которые, в общем-то, но мне бюджетные источники. Это такие же школы, вот школа из 1 по 11 год. А вот детских садиков не было. Храм сам занимает небольшой участок, а вокруг сделано благоустройство на 6 гектаров, включая пруд кинотеатра «Марс». Это огромная работа, которая на сегодняшний день завершена. И цель была как раз, чтобы храм вписался в это благоустройство вокруг территории. В связи с пандемией ввод приходского дома, отданного под детский сад, пришлось перенести почти на год. Но, тем не менее, это событие состоялось. Такой социальный проект в программе возведения православных храмов – лишь первая ласточка. Я думаю, что количество желающих родителей, чтобы привести своих детей, будет превышать те возможности, которые у нас есть. Будем стараться открывать все новые и новые филиалы детских садов по всему северо-востоку и юго-востоку. Владыка Матфей совершил благодарственный молебен, а затем обошел первый викариатский детский сад, окропляя святой водой его здание и помещение. Спасибо. Yeah.